Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест архидемона. Будем пробовать тестировать, перекачивать полностью состав, который у меня есть. Ну, в общем, с вас, как обычно, лайк. Кто не подписан, подписывайтесь, участвуйте в конкурсах, все дела. В общем, поехали. Полностью кардинально менять наш состав. Меняем мы таланты. Я вам показывал, у меня талантами стоят расколы. Сейчас мы потестируем два варианта. Так. Ставим талант Оракула. Вот так вот. Сразу же улучшаем на максималку. Эмблема вместо замедления мы ставим Бравлера. Вот такой вот вариант. Это будет герои с первым тестом нашим. Посмотрим, сколько они набьют. То есть я сейчас всем, кого я брал в прошлый раз, на этого архидемона поменяю. И заодно потестирую такой вариант. Так, это у нас вторая сборка. А, и тут была. Можно было не трогать. Ну да ладно. Такс. Не столь велика потеря. Есть. Коробочек у нас, по крайней мере, хватает, чтобы ролить. Правда, долго ролить иногда приходится. Почему я не ставлю Бравлера? Потому что они плюс-минус одинаковы, но просто эмблема Бравлера наносит больше всего урона. Так. Убираем замедление. Тоже ставим Бравлера. Уже ради такого полноценного теста. Есть. 4 героя у нас. Так, у нас остался Стрелок и Космо. Давайте на Космо поменяем. Космо, в принципе, можно и СО поменять. Потому что там вроде сумочек можно же раскола будет достать. Так, есть. Такая сборка. И на стрелка. Сейчас я гляну, что у меня на стрелке. Так, отлично. Вот такая вот у нас сборка героев. Поехали. Пока мы успеваем. На архидемона 45 минут. То есть, как видите, у нас все зелененькие эмблемы у нас стоят Бравлера везде. Ничего я не менял. Посмотрим такой вариант. У нас получается, должен быть, по сути, и талант, и эмблема. Поехали. Посмотрим, сколько мы в таком составе можем набить. Стартуем с укротителя. Выкидываем всех. И смотрим. В прошлый раз мы набили на таком составе один, точнее, две
2 минуты 26 секунд у нас было. Сейчас посмотрим. Ну, я уже вижу, что разница очень велика. Не успеваем. 23, 22, 20. То есть вот так вот. 2 минуты 20 секунд. Таким вариантом у нас получается. То есть где-то плюс-минус мы должны подобраться к 5. То есть 5, не более. Ну, пока вроде идем отлично, до 5 должны набить. То есть у нас получается от смотрителя бьет и талант, и эмблема. Вот так вот. Да, не успеваем. Причем так прилично. У нас получается по 36 секунд. Ну, где-то около 5. Ой. Ничего себе, он у нас даже застанет. Сорвался немножко. Где-то, я думаю, 4. 1 из 6. Где-то так будет. Если вложимся в 36 секунд, то будет 5. Ну, посмотрим, как пойдет. Ну, сейчас вот хорошо пошло. 36. Да, будет где-то 5. То есть вариант, что ставить раскол, что ставить талант смотрителя, где-то плюс-минус одинаково получается. И то хорошо. Но учитывая то, что здесь бравлеры стоят. Девятые расколы, девятые тоже у нас были. Сейчас мы потестируем. Девятый раскол. Вот так вот, 5-0. Ну, тут плюс-минус. Тут по 400 набивает, видите. То есть все зависит от того, как разгонится. Теперь мы попробуем поставить всем раскол девятый. То есть делаем наоборот предыдущий наш состав, который я вчера показывал. Ну, я не знаю, как там у вас. Вчера, не вчера, перед этим видео, которое было. Так, стрелок есть. Космо. У меня расколов девятых нету. Печаль, печаль. Сейчас будем делать. Так, есть. Тут 8, а на расколе на девятом 7700. Но плюс, видите, как атака еще добавляется. Но по сути мы все равно в лимит уходим. И ставим на тыковку. Так, отлично. Так, смотрим. Все, всех снарядили, поехали. Стартуем точно так же с укротителя. Смотрим, что у нас в этот раз получится.
Тут идет уже процентуальный шанс. Ну, девятка это, конечно, максимум. Урона немножко меньше, но он, по сути, ничего не меняет. Сейчас единственное посмотрим, что у нас в итоге получится. Там было 20 секунд. Здесь 22, то есть 2 секунды мы уже выиграли. Вот так вот. Ну, плюс-минус может быть рандомчик на разгоне. Посмотрим, что будет у нас в итоге. То есть 5 это стабильный урон. Опять же, если бы здесь были поменены какие-то мега награды, мега плюшки, да, можно было бы гоняться. Но то, сколько мы потратили ресурсов только что, оно никогда вас не окупит себя. И вообще затраченные ресурсы на архидемона никогда себя не окупают. Потому что сейчас здесь конкретный рандомчик. Вот опять он включился. Потеряли мы пару секунд. Посмотрим, что будет у нас в итоге. Мы прошлого убили, там, по-моему, минута 12 секунд было. Сейчас посмотрим, как здесь пойдет. Ну, так и где-то 3 секунды мы в выигрыше идем, но я смотрю, наш немножко он включался, но чуть-чуть лучше идем. Хотя у самой эмблемы меньше урон стандартный, но как видите, хотя может быть и рандомчик. Думаю, где-то 5 там с копейками. Может улучшим свой результат предыдущий. Сейчас посмотрим, как пойдет. Все-таки идем, тьфу-тьфу, но пару секунд мы пока выигрываем. Немного, конечно, но если бы, конечно, он еще и не станился, то было бы вообще супер. В принципе, вообще посмотрите, как идем хорошо. Главное, чтобы не включился. Вот так вот 355. Ничего себе. Мы конкретно улучшили свой предыдущий результат, ребят. Что мы в итоге имеем? 355. Мы вышли на второе место. То есть где-то чуть-чуть, там секунда 2 было бы у нас. Чуть-чуть больше удачи, мы бы без проблем бы зафармили первое место. Ну, так у нас получилось подняться на второе место. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. То есть мы нашли оптимальный вариант. Это ставить талант смотрителя плюс эмблема раскола. И мы получили такой вот результат. Ну, пока вроде неплохо. 5355. Вот так вот. Нашли мы секретик. Ну, будем пробовать уже следующего. У меня, к сожалению, нету ничего. Но довольно-таки неплохо. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Ждите следующих тестов. Надеюсь, для многих это полезная инфа, которую я делаю. Всем удачи, всем пока.